Ладно, поднимаю свой бокал за ваше здоровье. Бля, я за тех, кто в море сейчас. Налейте мне за Матрёс Нью. Они наконец-то собрались и пишут альбом. Я поднимаю свой бокал за тех, кто в море. За волчьи стаи, адмирал Дюн. Давайте еще сзади позовемся. Кстати, сейчас администратор, все вопросы к администратору. Иди сюда, Ибрагим. Не надо. Администратор, не говори, говори как на духу. В общем, слушайте, парни, если все это, все нас видят, короче, я хочу сказать одно, то, что именно, я хочу обратиться к нашей молодежи, которая им лет по 19, по 20, по 22 года, сыны и дочки. Все ваши выступления, да, радует, что у вас есть культура новая. Да, ну вообще молодцы. А это по орлу. Вот. Но я хочу искренне вам сказать, то, что именно прислушайтесь к старым парням, которые создавали этот движ. Вот. То, что вы сейчас играете, да, молодцы. А то, что ранее было, в 90-х годах, уже 70-х. Вот. Прислушайтесь к ступе, прислушайтесь к скэлпу, другим командам, короче. Скоро все это будет. Циклодон Рекордс, Прокопан 5.25, короче, все это будет. Так что, пацаны, давайте лучше все музыканты соберемся, да. Сделаем большое. А культура? А не по своим группам сидеть где-то. Да, блин, да. Шалваш! Собираемся сделать два альбома, да. Просто у нас роль не получается один. Разных стилистиков будет сделать, да, разных саундов будет сделать. Рабочее название есть у альбома? Есть. Ну, озвучь. Ночная трость. Ну, ночная — это дебютная, да, получается. Ночная трость 1, ночная трость 2, римский. Стоп, а когда концерт сделать? А, собираемся в сентябре. Хочу приурочить его к следующему лету, 22 июля. В 4 утра мы будем выступать на Брянской границе. Хороший, знаете. Бомбардировщики вызывать будут. Может, 1 августа ебанем. 1 августа успеем. Если успеем, мы ебанем 5 августа. 1 нет, а 5. Потому что, ну хотя бы, блядь, отдайте дань. Марлин Монро с 4 на 5 отъехал. У нас, блядь, салют ворвали. Все помнят и не понимают, о чем салют. Я думаю, блядь, с 4 на 5, может быть, пару песен будет. Ну, помнишь вот эту вот? Моя задача. Твоя задача. Встретиться с некоторыми людьми, обсудить на позднюю осень по поводу Костопляса, Ростика, Пашки. Вот. У нас в этом году 25 лет. Вот, да. Блин, надо отмечать надо. И надо сделать. Мы уже начали. Надо сделать сейшн. Приглашаем вас, пацаны, новые музыканты, все старые музыканты. Я на следующей неделе попытаюсь со всеми списаться, встретиться реально. Так, а для пользователей социальной сети ВКонтакте, что там, Костя? Привет всем. Всем респект. Рок-н-ролл жил в Орле и будет жить. Он и будет жить.